Большинство кубанцев довольны работой медицинских организаций края. По результатам независимой оценки качества больше 87% опрошенных ответили, что удовлетворены качеством лечения в стационарных условиях. Пациентов, довольных лечением в амбулаторных условиях, оказалось больше 90%. В этом году оценивали работу 113 организаций, которые участвуют в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. При этом учитывалась доступность услуг, комфорт для пациентов, благоустройство, доброжелательность сотрудников и, конечно, итоги лечения, сообщает сайт регионального министерства здравоохранения.